Вот это вот агат, какой красивый. Здесь между ними искусственный жемчуг, и вот с такими красивыми шайбочками, со стеклярусами, красивые переливы. Здесь тоже бусины очень красивые стоят, видите? Розовый кварц очень красивый. Розовый кварц, да. Вот серединка, вот такие камушки красивые, вот такие вот миленькие тоже. Видите, они разных размеров, это специально так задумано все, чтобы вот такая красота получилась. Да, очень нежно, очень празднично, и мне очень нравится. Очень красиво сидит. В общем, мне делали комплименты уже с этим колье. Очень оно красивое. Очень. Это может быть действительно что-то здесь. Ребята, моим украшениям конца и края нет. Посмотрите, вот такое красивое украшение, знаете, с такими ягодками, с такими, как шиповник, можно сказать, да, наверное. Это очень красивое украшение с такими чипсами кокосовыми. И это шикарное просто украшение. Вот прям мне оно нравится, нравится в такой бронзе, да. Вообще шикарное просто. Это коралл, девочки, красный коралл. Ну просто красота, да. Вот тут что-то загнулся. Сейчас я его выпрямлю. Так вот немножко. За эту залез. Вот все. Вообще шикарное, правда? Когда она одевается, она так красиво, богато смотрится. Очень красивая. Такие вот, как сказать, вот так я сделала, да, задумала. И шикарно просто бронзе с такой вот, вот такой вот замочек, такие листики. Ну, мне напоминает это шиповник, ягоды шиповника. Не знаю, как вам, а мне кажется, да. Немножко закручивается. Плохо видно. Вот так вот. На стол сейчас положу, наверное, виднее будет, да, вот так. Да. Красиво смотрится. Он такой, знаете, не под шейку, а так немножечко спускается. Такое вот колье красивое. Можно повторить, ребят. Материал есть. Если кто желает, материал есть. Я вот специально такое видео снимаю. Понимаете, мне без разницы, я могу и сделать на заказ. Я на заказ тоже могу делать без проблем. Я даже могу переделку делать. Я могу вам переделать что-то, если вы хотите. Можете материал мне прислать. Вот, кто живет в Германии, да, допустим, даже из России можно. Но эта пересылка, конечно, дороговатая будет. А кто в Германии, я думаю, что можно, да, без проблем. Вот такую красоту, да, ребят. А вот это вот у меня яшмочка. Вот я вам браслетик показывала. Смотрите, вот тоже такая вот красота. Видите, с такими чипсами тоже, с кокосовыми, в золотом, золотая фурнитура, но она такая более червонная, не такая сильно яркая. Но посмотрите, какая красота, какой он красивый, да? Вот. Какой он красивый. Вот. Какие-то натуральные камни, яшмы, они такие прям натуральные, натуральные, немножечко отполированные. Но я считаю, это очень красиво. Это очень красиво. Такой вот замочек очень легко снимается, одевается. Такая вот красота. Такая яшмочка. Песочная яшма. Вот это песочная действительно яшма. Видите, как она смотрится красиво. Очень красивая. Сейчас я нахвалю, ребят, нахвалю. А между ними идут такие металлические эти кугали. Видите? А здесь просто вот такие вот. Нахвалю, ребята, нахвалю. Ну, если мне нравится, да. Сейчас я вам покажу колье из Лабрадора, да. Смотрите. Тоже вот какое оно красивое. Я, по-моему, не показывала или показывала. Я другое показывала. По-моему, я уже не помню. Посмотрите, какая красота. Здесь застежка лебедь в серебре. И тоже он играет, играет, играет. Вот это вот серединочка. Здесь вот маленькие тоже. Вот это все тоже лабрадорчики.
А здесь стеклярус такой, как эти, как их. Ой-ой-ой, скажите мне, я вам скажу. Ранделечки, вот. Застежечка вот такая здесь тоже. Вот это вот тоже лабрадорчик. Такой красивый. Переливается. Тут тоже вот это все. Красота, ребят. Знаете, хочется уже украшения делать очень. Но я просто себе уже столько много наделала, да. Я же не на продажу делала. Я для себя, чтобы для себя любимый, чтобы куда-то ходить или кому-то подарить, знаете, в подарок. В подарок, да. Детям моим, может быть, когда-то захотят, если они увидят, скажут, мама, вот нам понравилось то-то, то-то сделай. Я могу им сделать и подарить. Или просто свое подарить, если что-то я даже не ношу. Видите, какие переливы красивые, если вам видно. Вот я сижу, у меня такие красивые, с золотом и синим. Вот. Я могу подарить там, на день рождения или даже, ну как, просто так. Не обязательно там на день рождения. На день рождения так они и так получают там что-то другое, да. Вот, сейчас я еще что-нибудь вам покажу. Ну, вот такой красивенький браслетик. Очень красивый, весь переливается. Обалденно красивый, мне нравится он. Он смотрится на руке шикарно просто. Просто шикарно. Так, ребята, показываю свои вот такие вот такую красоту свою, да? Сейчас еще покажу, у меня тут два браслетика, по-моему, еще где-то есть. А вот, смотрите, вот это вот у меня, смотрите, какая красота. Посмотрите, обратите внимание. Бронзовая фурнитура, это розовый кварц, посмотрите, какой он красивый. Это муранское стекло, это, как его? Сейчас вспомню, скажу. В общем, муранское стекло. Вот это агат. Тут сбор у меня, сбор. Но они подходят себе, это, все камни друг другу. В принципе, муранское стекло, это просто стекло, да. И розовый кварц. Это тоже муранское стекло, розовый кварц. Муранское стекло, розовый кварц. И этот, как его? Как его, скажите? Сиреневый камень. Ой. Аметист, да? Да, аметист. Но бывает же такой. Да, аметист. Вот он у меня один здесь. Они, в принципе, сочетаются, все эти камушки. Красиво смотрится. Такой богатенький браслетик. Вот. Интересный. Можно на руку вот так вот. Здесь между ними вот такие вот колесики такие, с такими стеклянными. Стекляшечками красивыми, голографически. Нет, они не голографические, они просто беленькие, но смотрятся красиво. Вот так вот, допустим, да. Все не стала делать, это слишком много будет, знаете. А так немножечко, да. Можно немножечко его поменьше сделать. Вот так вот. Так, я просто, когда это делала, я была поплотнее, прошу прощения. И теперь получается, немножко у меня большеватый. Можно немножечко убавить, да. Но все равно я его ношу, он с руки не спадывает, он так фест держится хорошо. Вот. Ну, красивые камушки, смотрите, муранское стекло какое красивое, да? Такое прямо переливается все. Очень красиво. Агатик один стоит. Вот красивые какие, да? Правда? Мне нравится. Так, снимаем. Так, еще у меня последний, ребята, осталось из яшмы. Яшма, я не знаю, какая это. Яшма же разная тоже бывает. Посмотрите, в золоте, с золотом, красиво очень. Здесь на конце у меня чипсы стоят кокосовые. Вот такая яшмочка, видите, она прям природная. Видите, какая немножечко обработанная. Очень красивая. У меня тоже колье такое есть из яшмы. В таком золотом, с золотым. С золотым этим, господи, фурнитура золотая, вот, и между ними стоят вот такие красивые, тоже золотые, прям красивый тоже браслет, очень красиво смотрится, очень оригинальный такой, камни красивые, вот. Такой вот, так, показала вам немножечко, у меня еще там есть, но это потом, а, вот еще у меня, прошу прощения, это у меня вот такой браслетик из натурального
жемчуга речного, правда. Такой темный жемчуг и такой вот, это натуральный, да. И здесь вот такие вот, как они тут называются, я уже забыла тоже. Простите, пожалуйста, не помню. Вот в серебре, в таком вот, знаете, в червонном серебре. Ну, красиво смотрится. Вот, допустим, если одеть вот это вот у меня как раз под это вот, да, вместе будет красиво. Серьги есть такие, будет очень красиво смотреться, да, комплектом. Но много тоже не надо, знаете, чересчур это будет. Можно два, допустим, что-то изделия одеть, и уже будет богато и красиво. Вот такой вот браслетик тоже красивый. Это авантюрин зелененький вот такой. И агатики вот такие беленькие. В общем, вот так вот я придумала сделать. Серебром тоже смотрится хорошо. Я не каждый браслет, ребят, меряю, но вот показываю. Смотрите, вот такой авантюринчик в серебре. Тут вот агатики вот такие вот. Ну, я думаю, что неплохо смотрится, да? Если, допустим, что-то зелененькое тоже подобрать. И будет даже себе ничего, да? Вот. Такой вот. Можно его немножечко поменьше сделать, да, убавить. Материалы есть, тоже можно заказать. Вообще, девочки, я могу, если вы хотите, можно заказывать на заказ. Если у кого желание есть, вы можете заказать. Можно повторить, по размеру сделать. Ручку меряете, вот это место. И все. Застежечка есть, все. Без проблем. Такой, вот такие красивые камни. Так вот, знаете, малообработанные, но это и ценится, понимаете, когда камень вот такой вот, как бы, можно сказать, больше природы здесь. Очень красивый. Авантюринчик. Есть искусственный авантюрин, есть. Он другого цвета немножко, а это вот такой. Так, сейчас дальше покажу вам. Это, по-моему, яшмочка у меня. Да, вот это яшмочка. И вот посмотрите, как я красиво вот с этими рандельками сделала. Тоже в серебре. Застежечка. Одевать не буду, потому что я потом не застегну. Он как раз мне по руке идет. Видите, как между ними вот такие вот идут. И здесь у меня, еще у меня есть такое же колье. Я тоже уже несколько раз одевала. Мне очень нравится. Красиво смотрится. Очень красиво. Вот. Яшма вообще очень такая классная. Я не знаю, какая это яшма, индийская или нет. Но классная. Здесь еще она есть там какая-то разная. Но я не знаю, какая это, но она красивая. Она очень красивая. И вот такой тоже браслет из лабрадора, да, посмотрите, он играет разными цветами, видите, он разных таких вот оттенков, и темнее есть, и светлее, вот в таком вот оливковом цвете, в красивом, здесь между ними стоят вот такие вот ранделечки, или как их там правильно, ну, в общем, как назвала, так назвала, и вот смотрите, какие красивые переливы, играет и золотом, и фиолетом, в общем, разными, да. В общем, очень красиво смотрится. Очень мне нравится. Браслет шикарный. Когда я его одеваю, тоже обращает на него внимание. Вот он такой красивый. Видите, смотрится красиво. У меня есть еще такое колье, серьги. Я показывала серьги, да, очень красиво. Вот так вот. Видите. Здесь вот нету застежки, но она очень такая проволока, эко-проволока, она держит форму красиво. И вот такой браслетик, ребят, красиво, я думаю. Так, шнур уберу. Я же тут записываю, как с микрофончика, с маленького. Так, снимаем. Видите, сколько у меня украшений? Много очень. Ну да, я уже где-то занимаюсь года два украшениями. Наверное, да, так. До этого я не занималась, потом что-то мне так вот в голову стукнуло. Вот захотелось, понимаете? Смотрите, какие переливы красивые. Обалдеть. Очень красиво смотрится. Тоже можно повторить. Материалы есть. Сейчас покажу вот такой еще, тоже с этого же камня. Лабрадорит, смотрите. Только уже здесь в серебре, да? А здесь, смотрите, как он играет. Такими огнями прям, когда особенно солнышко, да,
такими огонечками красивыми, такой вот с золотом. Очень красиво. Так вот можно его одевать. Такие вот у меня, как правильно-то их назвать, рандели или, ну, в общем, бисер, бисер, да, такой вот, весь такой вот, как сказать, играет очень красиво. Рандели, скорее всего. А вот тут застежка у меня есть, видите? Тут можно застегиваться, чтобы он никуда не убежал, потому что вот эти камушки, они немножечко тяжеловатые, и вот так вы застегиваете, видите? И все, тогда немножко сложновато застегнуть, но если бы кто-то помог, да? Вот. Ну, в общем, вы имеете, ну, представляете, да, как это будет? Вот, надо просто поймать один уголочек другой. В целом очень красивый браслет. Я, правда, как-то раза два его уже одела. Ну, обращает внимание, обращает. Он играет на... Вот, вот так вот, да, если я поймаю. Но мне муж всегда помогает застегнуть, потому что я уже, видите, вот немножко вот так. Ну, смотрите, какой он красивый. Прямо переливы-переливы. Он играет весь. Очень красивый. И этот красивый сам по себе, да, здесь немножечко форма другая, а здесь по-другому, да. В общем, каждый по-своему, смотрите, какие переливы красивые. Каждый по-своему красиво смотрится. Здесь тоже вот такая маленькая стоит. Вот, ребята, такая вот красота. Можно вот этот вот с этим украшением, да, вот одеть, тоже смотрится красиво.